Всем привет! Я рад приветствовать вас на своем канале, гости и подписчики моего канала. Сегодня у нас на улице тепло. Прошло уже 2 дня, как я уже переселил уток на улицу. Сегодня у нас солнечно и примерно плюс 15. И я решил поставить гнезда, 2 гнезда. Одно гнездо поставлю в этот домик, а другой в этот домик. В какой понравится, то и будут нестись. У меня одна уточка сидит на яйцах, а другая, вот она здесь гуляет. Надеюсь, она уже скоро занесется, так как она отдыхает уже 2 недели с лишним. Поставлю гнезда и буду ждать яйца. Вот, я гнезда буду делать в корзины. 2 корзины. Сейчас. Вот такие корзины деревянные. Вот это гнездо поставлю вот сюда внутрь, вот в этот уголок. Мы его немножко намостим, сделаем форму гнезда и положим туда подкладные яйца. Вот, вот такое яйцо подкладное, я его сделала из замазки для окон. Она очень твердая. Вот, положили одно гнездо, готово. Сейчас сделаем другое. Я это гнездо вот так вот боком прикрою деревяшкой, чтобы было более темно. Сейчас поставим другое гнездо. Это гнездо тоже деревянная корзина. У нас очень много их, поэтому я делаю в них гнезда. В общем, делаем немного вид гнезда. Потом уточка, когда будет нестись какое-то гнездо, она сама все это подправит, сделает из него идеальное и красивое гнездо. Сейчас я сюда залезу. Поставим вот в этот угол. Не знаю, как поставить. Можно даже вот так. Хотя лучше в этот угол, так как если вдруг пойдет дождь. Вот тут гнездо. Сейчас посмотрим. Может, даже в этот угол можно поставить. Да. Лучше поставлю в этот угол. Тут как-то удобнее. И положу подкладные яйца. Вот такой у них тут домик, очень большой даже и удобный. Не знаю, куда поставить. Оно какое-то высокое, можно вот это даже убрать немного. В общем, поставили вот подкладное яйцо. И сейчас я их покрою деревяшкой. Вот уточки тут. Вот с такими штуками. У них тут стоит зерно внутри. Вот тут мешанка. И теперь тут будет стоять гнездо. Вот такой вот затемненный уголочек получился. Здесь ему будет очень удобно нестись. Точно так же закрою и другое гнездо. Вот, закрыли гнездо. Все готово. Сейчас покажу уточек. Вот уточки. Они уже практически
привыкли. Решил поставить еще одно третье гнездо, чтобы она выбрала для себя более лучший вариант. Это уже гнездо из шины. Сейчас я его положу сюда внутрь. Вот такое вот гнездо. Так, это гнездо мы поставим вот в этот угол. И еще одно подкладное яйцо. Вот так, все. Еще одно гнездо готово. На этом у меня видео подходит к концу. Если понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Также я хотел сделать гнездо из шины, но подумал пока, что мне гнезд хватит. Если уточек станет побольше, мы тогда уже и сделаем другие гнезда. Всем пока, всех до новых встреч!